Путаница со знаками на дорогах – редкая ситуация, однако иногда все же возникают спорные вопросы. На днях в редакцию телекомпании «Город» обратился мужчина, который посчитал, что его автомобиль неправомерно увезли на штрафстоянку. Оказалось, он припарковался между знаком «Парковка разрешена» и знаком «Остановка запрещена». Я посмотрел, я же остановился, но я видел дальше знак, что остановка запрещена, но перед ним стоял знак «Платная парковка» и то, что можно в будние дни останавливаться. С 18 до 16 я остановился в 15:30. Машину забрали в 15:35. Как говорит Павел, он не до конца понял, по какой причине его автомобиль был эвакуирован. Он намерен подать жалобу по этому поводу. В то же время сотрудники ГИБДД нашли ответ на этот вопрос. Оказалось, что знак парковки распространяется на обе стороны улицы, однако знак «Остановка запрещена» только на конкретно взятую сторону. В зоне действия знака 5:29, зона регулируемой стоянки, дополнительно наносится разметка, которая указывается, где можно ставить транспортное средство, либо устанавливаются знаки и таблички, которые также регламентируют, где и как можно оставить свое транспортное средство. Если в зоне действия знака 5:29 установлен знак 3:27, который запрещает стоянку транспортного средства, и дополнительно установлена табличка, которая указывает протяженность действия данного знака, соответственно, на этом участке дороги ставить транспортное средство запрещается. Несмотря на то, что Павел, как и многие другие рязанцы, за 5 минут пытался забрать ребенка из школы, а за это время его машину эвакуировали, всем нам остается быть более бдительными к тем знакам, которые расположены на дороге. Олеся Котровская, Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».